Новую меру социальной поддержки принял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Теперь для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы за вывоз мусора. Министерством социального развития Московской области подготовлен новый законопроект. Он позволит сразу трем категориям граждан получать ежемесячную компенсацию расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами. Пенсионеры до 70 лет смогут вернуть себе начисление в размере 30%, до 80 – половину суммы, а старше – получить полную компенсацию. Вы знаете, когда появится услуга в квитанции по этой твердым коммунальным отходам, не надо пугаться. Они знают, что они за эту услугу получат меры социальной поддержки. Нужно просто подать заявление. Значит, к заявлению нужно будет предложить выписку из домовой книги, квитанцию, где стоит номер лицевого счета, свой паспорт и куда денежные средства перечислять. То есть лицевой счет, либо карточки, либо сберкнижки, кто как хочет, либо кто хочет на дом получать через отдел доставки. За помощью по этому вопросу можно обратиться в Управление социальной защиты населения, где более подробно расскажут о порядке выплат.